This is Akena, a polyglot YouTuber who became famous by speaking to people all around the world in their native tongue over VRChat. 皆さんは日本人ですよね。いや、違う違う違う。タイ人ですか。俺はスペイン人です。スペイン人。Hablas español? Sí, hablo español. One of the seven languages he claims to speak is Russian. And today, I want to see if he's telling the truth or not. I am Yama, a native Russian speaker. Доброе утро всем. Я хочу поцеловать птицу из Duolingo. Today, I want to watch a couple of his clips and see if he's actually speaking the language or if it's Google Translate doing all the work for him. As with all videos in this series, I will be giving a rating at the end of the video, so make sure to stick around and see what I think his level of Russian is. With that out of the way, let's go. Татьяна день, ты смотрел или нет? Татьянин день, нет, Татьяна, я только слышал о нем. Я знаю, как петь. Это мы хотели жить, любить и быть одна судьбой, и наше счастье не делить с тем другим, с той другом. Но бывает так, что все меняется потом. That wasn't that bad, but that wasn't very good either. Уже есть несколько проблем, когда он говорит, особенно грамматически. When he says Татьяна один, that literally just means Татьяна one instead of day. So the pronunciation is just so wrong that it sounds like a completely different word. But he can sing. I don't know, I'll give him that. Как ты смеешь? Ну что это? Это мой любимый скин. Зачем ты так? Никто его не берет. Это просто ужасно. Это кто? Это женщина. Не важно, кто это. Главное, что это выглядит красиво. Что тебе нравится. Эстетика. Понял. Да, эстетика. Окей. Я хочу добавить тебя в друзья. О, окей. Ты тоже. Но это... Ты с ужелинью, потому что ты... Ну, у вас есть это... Спанч Боб. А сейчас? Хорошо. Ты тоже. Грамматично, он уже мог сказать «тебя» тоже, но это такая маленькая ошибка, и он вообще-то хорошо здесь произнес все слова в строчке. Олен... Что? Оленёк... Да-да-да, оленёнок! О, ты говоришь по-русски? Да-да-да. О, блядь! О, блядь, ты говоришь по-русски? Ты мой братуха, ты мой братуха! А, я люблю тебя! Ты русский или... Не-не-не, я не русская. Я не русская. Ты... Кореянка. Кореянка? А, аннёнгасео. Да, я кореянка. Ааа, это вы! Чонэн Нью-Йоркусо отсмида. Видимо, просто как он прочитал слово оленёнок, уже дает вам идею, какой у него уровень русского, потому что он так по глагам, там, знаешь, читает слово, это... Нехорошо слушать, знаешь. Но это вообще-то сложное слово. Прочитать оленёнок. Иностранцу это сложное слово, я бы так сказал. За 15 центов ты будешь все. Да, ты нормально. 15? Это... Там было... No. It said 50, bro. Ты понимаешь? Вот с девушками ты пошел. Я хочу посетить... А, Волков, там сейчас... Да, там сейчас туризм. Сейчас у нас туризм. Да. Я был... Это был? 2 cent ice cream? Да. Вот это я год был. Так он спросил, как ты русский знаешь? Я сказал, что, ну, я с ума учился, и вот, на интернете, и... Он не верил в меня. Так, это, да, это смешно. Это было смешно. Я уже вижу, что он много ошибок выпускает, когда он говорит, и много слышно, как будто он иностранец. Когда я его сравниваю с language, уже видно, что это... Один из них говорит достаточно хорошо, и один из них только-только начал изучать язык. Lloyd, where are you from? Someone tell me that you can't speak Russian. Да, да, я могу говорить, это не проблема для меня. You motherfucker. Oh my goodness. He's a man, right? Oh my goodness. Да. Мне очень нравится это язык. Я был в Москве один раз. Я видел Красную площадь. Это было очень... Да. Это было очень... Это было очень веселье. Мне очень нравится Россия. Это было очень веселье. Очень веселье. Мне очень нравится, когда все вот с ума сходят, когда он говорит самые элементарные фразы. Я знаю, что он как раз иностранец, и это звучит так, о, вау. К русскому это звучит очень удивительно, но вы должны со мной согласиться, что это не такой высокий уровень русского. Особенно, когда он переиспользует много фраз, и это уже немножко слышно, что он просто выучил элементарные фразы, которые вот самые больше использованы в русском языке, и
It's just funny that people start freaking out. Сколько ты изучал русский язык? Сколько? А, ну, сколько лет? А, ну, это, на самом деле, это не лет, это... Я изучал 8 месяцев. 8 месяцев? И иногда я использовал с людьми. Where is Lion King from? Well, okay, if you learn that for 8 months, that's pretty decent for... If you have to learn how to learn the new alphabet, you have to learn how to construct phrases and how to even hear what people are saying and understand it. For 8 months, that's pretty good. Зачем тебе русский язык, чувак? Кани. Потому что я американский шпион. This guy's actually Russian. Да. Да, я работаю с FBI, CIA, ты знаешь? Да, я знаю, знаком. Да. Тоже работал с ними. Я тоже. Ну хорошо, брат. Хорошо, товарищ. Ты смотрел «Бригада»? «Бригада». «Бригада»? Ты не смотрел? А, блядь. Смотрел. Смотрел. Нет, я не зумер, я бумер. Ты и ты, мой бригад. Мы? Да. Я из Нью-Йорка, Паша из Пакистана, и ты, на самом деле, ты откуда? С помойки. Я из Кении. Куа? Что это языки? Это... When he wrote the word actually, he used the word на самом деле, which is just a phrase meaning in reality, so it wouldn't really translate over exactly. It's kind of like an anglicism, if you know what that means. It's like just taking directly English and translating it directly to Russian, and that's the phrase you would get, but it's not technically proper in this case. This video is from like 10 years ago, man. 2018. No, 2016. Yeah. Slav struggles, am I right? Так, let me bring up the lyrics, because my memory is shit. Okay, I am ready right about now. Okay. Здравствуйте, развитие, меня зовут Такена, on this track. Going to kill this shit, cause I am half black. Think I don't have bars, но это не так. I always go hard and I never cut slack. Слушай, got a lot of haters, but I don't care. Cause I have Kalashnikov and Pet Bear. Russian man, born Советский Союз. Guns Советский to my head, Союз. Но я не боюсь. Ты видел мое лицо? No emotion, конечно, в самосфо, with crazy flow like ocean. Brett, you listen, yeah, watch your girl, пожалуйста, she watching me hard, как бабушка ебаная Настя. I'm real Russian, end of discussion, when I did this track, dude, cause every day I am stunning. Okay. I'm a strong man like Putin, you disagree, you end up like Gregory Rasputin. Well, who's do these verses, просто мне не надо, killing all my enemies so easy, как бригада. Really soon like as I hit the airport, sukas come running. Suka, blood. Enemies stay away, cause I am gunning. My liver stone like hammer, I drink vodka every day. Stay away, you have a problem with me. Уходи, I kill you quick, no mercy. Это правда, no mercy, none at all. My lyrics stronger than Pushkin's, my skills straight from Bogom. I'm the Russian rap king, so Americans don't like me. Other Slavs wanna fight me, but the fake news is behind me. Let me tell you, just in case you don't know, мне все равно. In the future, нет, and never in the past, no. Я никому ничего не должен. Ну что ж, that's all. Motherland taking over. Okay, if you claim that he spoke Russian for 8 months, and then this video came out like 4 years before that, I don't know how this correlates, but... Yeah, something's off with the math. In other sense, he just plugged it into Google Translate here. You can tell because independently the verbs and the words, they sound differently than what they would use here. So it just sounds like bizarre. And he has like the most American accent here possible. I mean, this is from like 8 years ago, so I'll give it some slack, but... Okay, so I expect it to be a lot better than that. He put Russian like with all the other languages he learns in his banner, so I expected it to be like way better than this, probably on par with language synth Russian, but it was far from that. Just based on his accent, his use of grammar and word choice, you can tell that he's a foreigner when he speaks, and there are a lot of problems with his speech. This sounds like I'm just completely roasting him, but honestly it's pretty good, especially if you learned it in 8 months. I think for 8 months that's really good progress. Especially, I'll give him this, he's very good at understanding what people are saying to him. So when you're starting to learn a new language, one of the hardest parts is just understanding what someone is saying to you. And I kind of hear he's very good at hearing what someone has said, understanding what he said, and then responding back pretty fast.
So I'll give him that, but I would not call him fluent in this language. In fact, I would say he's far from that, but... Если есть русские, которые тоже смотрят это видео, пожалуйста, дайте мне ваше мнение тоже. Потому что, может быть, у вас есть другое мнение на его русском. With that out of the way, I think that's where I'm gonna end it here. Let me know who else I should rate for the Russian, because there's a lot of YouTuber polyglots who are claiming to speak Russian when I feel like half of them are frauds. So that is all for me, and I'll see you next time. Peace.